Хиллари Клинтон забыла в Москве секретный документ. Такую новость сегодня тиражируют американские СМИ. Речь о тех временах, когда бывшая первая леди была госсекретарем США. А стало известно об оплошности благодаря тому, что ФБР обнародовало еще почти 200 страниц служебных писем Хиллари. Утечки не произошло. После того, как Клинтон покинула номер, документ нашли сотрудники дипломатической охраны. Из писем следует, что папку Клинтон с секретными материалами вообще не должны были приносить номер. Напомню, в июле директор ФБР объявил, что нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела против Клинтон в связи с использованием личного почтового сервера для рабочей переписки. С ним согласилась и генеральный прокурор. Соперник Хиллари Клинтон на выборах президента Дональд Трамп призвал власти начать независимое расследование злоупотреблений и назначить специального прокурора.